Услышать лай собак в Парке Победы до сегодняшнего дня можно было часто. Здесь обосновалась стая бездомных животных. Обычно их можно встретить на строительных площадках или стоянках, но порой в поисках пропитания животные выходят на многолюдные улицы города и места отдыха. Не все местные жители такому соседству рады, ведь здесь гуляют с маленькими детьми. Агрессивное животное может не только сильно напугать ребенка, но и укусить. Сегодня на территории парка провели отлов собак. Процедура непростая. Найти подход к четвероногим помогают волонтеры. Добровольцы уверены, эти псы не представляют опасности для окружающих. Наоборот, им нужны забота, любовь и внимание. Собаки, которые здесь у нас, мы курируем их 4 года, добрейшей души собаки. Но проблемы существуют, да, есть люди, есть недовольные люди, люди с детьми боятся. Конечно, будем продолжать лечить, продолжать ездить туда, куда их сейчас заберут. Методы отлова исключительно гуманны. Если собаку не сразу удается поймать, то вводится щадящее снотворное. После животное может бегать до 20 минут, пытаясь спрятаться. Далее его погружают в фургон и увозят в приют. Мы поговорили с волонтерами, приняли совместное решение о том, что собаки будут определены в приют на длительное проживание, пока им будет подыскиваться подходящий дом. Сделали будки утепленные. Вот и сейчас буквально вот вторую собачку будем загружать. Отлов происходил гуманно, с применением седации. Подобные рейды в общественных местах проводить необходимо для спокойствия и безопасности горожан, подчеркивает подрядчик. К тому же, таким образом можно защитить бродячих животных от действия догхантеров, которые намеренно разбрасывают отраву на улицах города. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Максим Гусев. События.